Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство Oppo Find X5 Pro. Сейчас я покажу вам, как добавить аккаунт Google на это устройство. Для этого мы открываем приложение настройки, спускаемся вниз, нажимаем на кнопочку пользователи и аккаунты, добавить аккаунт, выбираем добавить Google. Он говорит, не удалось войти в аккаунт. Это самая частая проблема. В чем проблема в основном? В основном заключается в том, что у вас либо неправильная дата и время, либо вы не подключены к сети Wi-Fi. Поэтому подключаемся к сети Wi-Fi, либо же устанавливаем правильную дату и время, потому что если они у вас неправильные, вы не можете подключиться к серверам интернет. От провайдера зависит в основном. Вот. Дальше что? Возвращаемся сюда, нажимаем добавить аккаунт, выбираем Google. Ничего не произошло. Почему? Телефон заключен. Ага, все, пошла дорога. Дальше что делаем? Вписываем адрес своей электронной почты. Нажимаем «Далее» и вписываем пароль. Нажимаем «Далее». Далее принимаю. Спускаемся вниз, нажимаем «Принять». И все, мы вошли в Google аккаунт. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.